Интересные номера, красочные выступления и самые душевные поздравления. Праздничный вечер, посвященный 55-летию Дворца культуры «Современник», прошел в эти выходные. Перед началом концертной программы для гостей подготовили приятные сюрпризы. А на сцене всех присутствующих ожидало яркое шоу. О том, как прошло мероприятие, расскажем далее. На сцене один за другим появляются коллективы «Современника». Для них день рождения дворца – особый праздник. Здесь кипит жизнь, бурлят эмоции и пылают чувства. Творчество – это то, что объединило сотни людей в одном месте. Кто-то пришел сюда совсем недавно, другие – десятки лет назад. Но каждый, кто начинал здесь свой творческий путь, называет «Современник» вторым домом. Это радость для нас, это жизнь для нас. Вы понимаете, это очень даже вот... Ну, как дома сидеть? Мы идем, мы здесь общаемся. Вообще все хорошо. Вот нам нравится. На протяжении 55 лет дворец собирает талантливых ангарчан. Его коллективы в рядах лауреатов международных и всероссийских конкурсов. А столичные звезды предпочитают выступать именно здесь. «Современник» давно стал одной из визитных карточек города. Да, конечно, мы практически полтора года не работали с болезнью. Сейчас тоже ситуация не очень такая простая. Но... Я думаю, нам, всем труженикам города, надо еще лучше трудиться, чтобы мы были, когда мы вместе, на подъеме, значит, мы просто непобедимы. Яркое шоу, праздничная атмосфера и сотни зрителей. На протяжении 3 часов длилось незабываемое представление. Коллективы и руководство дворца поздравили первые лица города. Уникальный просто дворец. Тысячи, десятки, наверное, тысяч ангарчан, я не ошибусь. Прошли через его стены, кто-то обрел творческую профессию, ну их единицы. А тысячи обрели уверенность в себе, раскрыли творческий потенциал. Наверное, по-другому стали относиться к культуре нашей страны, к своим соотечественникам, к стране, к городу. И вот это самое важное. Сегодня «Современник» посещает более 2000 ангарчан. Работает несколько десятков вокальных и хореографических студий. Такой он – квартальский дворец культуры. Зрелый, но по-прежнему яркий, развивающийся и всегда современный. Кристина Пермякова, Роман Буйнов. Местное время.